Ну все, мы от слоника идем гулять. Нужно по традиции наши ноги, которые проехали дофигища километров, и тут гулять теперь. А вот. Паланга. Короче, единственное максима, если что. Если что, это закроется в 10. Так что у нас есть чуть-чуть времени. Час и 45 минут до закрытия. Это ровно. А сколько сейчас время? 15:09. У нас час, да? Угу. Ну, в принципе, тогда надо идти сначала в магазин, потом идти гулять. С пакетиком. А что теперь делать? Ну, мы можем, если 900 метров, вернуться, может быть. Мы потеряем времени. Ну хорошо. Надо было тогда рюкзак взять. Не надо, и так спина уже вся мокрая. Да. Нам туда, вон там, центр. Ходим. Надо в магазин уже. Ну магазин там и есть, наверное, Максима. Мы же ехали здесь. Здесь не было Максима. Ну вот, и Паланга. Максима впереди? Так. Или человечек этот? Поверни карту. Пошли. А, это вот у меня. Вот, все. Максима впереди. Мы же здесь ехали, Максима не было. Нет. Ой, смотри, как начинается. Что? Красивая страна в доме. Да. Тут центр, так, здесь главная улица, это и есть. Там у них и Максима, там была, я был. Ну и там сейчас будет большая церковь. Ну это и есть центр, ну там центр. Только зрители не говорите, что людей нет. Нет, потому что время уже... Потому что время сейчас сколько? Уже 17:09. Включи время. Ну вот оно. Вот. Время. Вот. Вот. Время. Время. И сейчас не сезон в Паланге еще, так, поэтому... Ты думаешь, не сезон? Нет, еще нет. А нам всегда сезон. Он в следующем месяце. И нам люди-то, в принципе-то, не нужны. Мы же идем смотреть не на людей, а на город. Людей здесь много. Мы на можем на людей посмотреть. Люди тут такие же, как и у каждого в своем доме, городе. Тут обычно вот эти все стоянки здесь, все всегда занято летом. Да. Но сейчас просто еще сезон полностью не начался, поэтому... Ну да, ты уже тут говорил зрителям нашим. Угу. У нас они есть, по чуть-чуть скопятся. Ну вообще, кратко, если кто не знает, Паланга, это то же самое, что в Риге у нас, в Латвии, Юрмала, курортный город. Ну да. Вон кафе уличное, музыка играет. Вон там, о, какие, смотри, вот там красиво, вон. Внутри какой фонтан, пойдем посмотрим. Ого, смотри, какие вот красиво сделали. Этого не было раньше. Ну, это вообще в первый раз остаюсь на ночь в Паланге. Обычно так на мотоцикле приедешь сюда. А, ну это да. О, фонтан. А, мы поехали. Ну что, пойдешь нырять? Ну иди ныряй. Сам иди ныряй. Ну пойдем дальше. Это пойдем. Мне так нравится твой
что? Так, мы идем дальше. Вот план города Паланги. Где мы? Где мы? Найди. Плюс здесь, наверное. Наверное. Ну вот здесь это есть вот. И только один должна быть. USS. Да, на единице. Ну, идем дальше. О, велосипедист. Мы так быстро не ехали, мы не можем. Мы вообще такие велотуристы. Раз в год. О, фотоаппарат. О, фотоаппарат. Ну, кажется, надо в спорт. Кофейня. Кофейня, думаешь? Да, я думаю, что рядом. Там тоже какой-то фонтан, наверное. Вон там, видишь? Там, скорее всего, фонтан какой-то. Но мы все идем. Пока. Смотри, какие витрины красивые. Ну да, у них тут. Вот центр Паланги. Там вот главная улица, где одни кафешки, всякие аттракционы. Ну, нам потом туда надо идти, там максимум. Пойдем сейчас сходим тогда сначала. А потом перейдем, тоже. Да. Вот это самый центр. Там дальше дорога идет прямо на Клайпеду, можно уехать. Ну вот сама эта церковь, ну из-за деревьев ее там не так уж и видно. Детка, мы же с тобой здесь гуляли. Помнишь, мы когда помню, первый раз пришли? Привез ты меня на свидание сюда, помнишь? Да, в Палангу на свидание. Да. Ну а что? Да. Это же было так мило. Ты мне еще свои перчатки дал. Вот он. Помнишь? Да. Ты подумал, почему на церковь? Посмотри. Вон, какая красивая. Но она закрыта. Она закрыта. Ну, сам храм. Не храм. Костел. Я вот сейчас так вот попробую. Вот. Сам костел. На самом деле, это ни разу не было. Ни разу. Красивый очень снаружи. А так я ни разу там не был. Сделай. Во. Ого, вот как классно. Сейчас мы так чуть-чуть пройдемся, потом сходим в максимум. Может, покажем зрителям цены. Цены точно меньше, чем у нас. Вот здесь мы с тобой сидели и кушали эклер. Эклер с кофе. С кофе, да. Поверните налево. Нам туда, да. Пока, включи. Ну, фоткай. Скульптуры птичек. Что? Каштан. Красный каштан. Так, о, это оказывается. Оказывается, да. И это какой-то интересный сорт конского и какого-то там еще. Ну вот это главная улица. Ну сейчас, да, тут. Ну люди гуляют, но. Ну в принципе там дальше уже Клайпеда и микрорайон. Ну это главная улица. Она длинная. Пойдем сначала туда в максимум сходим. Тогда переходим дорогу. Потому что мы. Очень красивый каштан. Мы туда потом пойдем. Смотри, какой красивый каштан. Красивый, необычный. И клумбы, посмотри, какие он красивые. Они готовятся, да, к сезону. Йонас. Еще один Йонас. Там был в Каунасе Йонас и здесь Йонас. Ну, да. Пойдем. Муженька не успевает фоткать и снимать. Нет, я не умею так. У меня нет 10 рук.
О, здесь тоже он. Ну. Потом мы сейчас... Так, мы были когда в Польше, так непривычно, там все в злотах. А здесь идешь как... Все в евро. Все в евро, и все понятно, сколько что стоит. Мы сейчас ходим до Максима, потом, потому что та улица большая, мы туда вернемся и пойдем до самого моря. Там красиво, на самом деле. Там фонтаны есть, там, ну, да. Там все есть. Правильно идем? Не знаю. Так посмотри, у тебя же телефон с картой. Здесь такая вот речка. Не знаю название. Ну вот мы добрались до Максима. Это вторая улица такая. Ну сейчас зайдем в Максим. Тут еще вон туда такая улица. Ну все, мы из Максима вышли. Покажи ему пакет, что накупали. Нам хватит на сегодня, на завтра. Ну и теперь идем дальше. Ну, что, ну вот мы на этой улице. Сейчас туда пойдем. Ну, тут цветочки заснимем. Мы идем против солнца. Этого раньше тоже не было. Такого. Дом. Прикольно. Там закрыто. Там закрыто он. Видишь? А нет. Не, ну как бы туда пройти можно, но нам давно. Там денежку надо будет кидать. Там. Ну, сюда надо ехать лето. А классно. Вверх ногами. Пошли? Мы погуляем в кафе. Потихоньку он работает, да? Ну что, тихо. Улица. Курортная улица, не? Ну красиво. Там дальше фонтан. Я такой не знаю, он работает, не работает. Раньше работал. Работал, да. А когда мы с тобой приезжали сюда, он не работал. Потому что в апреле приезжали. Да. Вон. Довольно много людей. Если так. Для 9 вечера. Для 9 вечера, да. Ходим, покушаем на море. Паланга. Здесь ночью классно. Везде огоньки горят. Людей тьма. И мы еще идем. Тут ресторанчики. Сейчас закрываются уже пока. Надо бы нас сюда летом приехать. Летом, да. Тут будет разгар сезона, и тут будет... Семьей надо, с большой нашей. Надобно, да. Где же колесо обозрения тоже есть? Да, я... Там было. Где-то тут было. Было там, да. Ну нет, спасибо. Вы хотите, я больше не... Мне... Вот так. Вот тут.
Что-то происходит, ну по чуть-чуть. Тут всю ночь играет всегда. О, машинки, смотри. Как в детстве. Да, как в детстве машинки. Я маленькая была, с папой каталась. Я тоже. И там же бьются. Я как сейчас помню, что носиком ударилась. О, тир даже есть. Есть, есть. А у них все равно, они хитрятые. Простреляны. Мы пошли туда на речку. Вон, там пройдем, там край. Там уже, ну. А там нету сердечка? Какого сердечка? Это было в Швентое. Нет, здесь вот оно. Вот оно. Речка. Где ты видишь сердечко? Я не вижу. Жена, я не вижу. Я не вижу все равно. А, вон оно, да. Вот, вот оно, да, видел. Давай лучше здесь, смотри, как тут вот пройдемся. На променаде. Вот здесь, да, они классно сделаны, тоже посидеть, отдохнуть. По-моему, везде отдыхают, тут не обязательно здесь именно сидеть. Отдыхают везде. Я когда первый раз вообще сюда, в первый раз в жизни приезжал в Палангу, у меня просто эффект вау был. И с каждым разом ты приезжаешь, тут, здесь, да? Все лучше и лучше становится, они, да. Они разбиваются в горы, а там уточки вон еще. Где уточки? Ну, сейчас я не знаю вообще. Ну да, здесь вот плавают вот. Вон рыбки даже плавают внизу. Рыбки даже плавают. Латвия, Литва на велосипеде. Это такой челлендж. Ты хотел мороженое. Я не хочу больше мороженого. Горло болеть будет. А эти лавки все только мороженое, видишь? Ну вот там, сейчас пойдем уже до фонтана. Вот. Колесо обозрения. А, ну вот, да, вот колесо обозрения. Но мне кажется, здесь меньше, чем в Даньске. В Даньске было больше. Тебе так кажется? Или так кажется? Темно было, мы же до ночи катались. Ну, может быть, не знаю. Ну, гляди, как тут. Паланга мне очень, действительно, очень, прям очень нравится. Собачка там спит. И ребёночка, девочка была. Ну вот колесо обозрения, да. А такой же, наверное, как и в Даньске, по-моему. Такой же. Не, мне кажется, больше. Да надо смотреть на видео, там есть в Даньск. Больше мне. А может и такое есть. Скрытая реклама, милый. Почему скрытая? Там есть у нас в Даньске. Смотри, как мы красиво сделаем на клубу. У нас так нет. У нас по-другому. Фонтан не работает в данный момент. Вот. Там скульптура какая-то теперь есть. Да. А там что-то
там еще, в ту сторону идти, мне кажется, там были раньше зонтики. Где? По той дорожке ходить. Там тоже есть. Но мы с тобой там были. Вон квас, смотри, или что это? Гара. Гера. Гира. Да. Тут по-другому. А вон вот зонтики. Да. Ну какой там скверик он. Пошли тогда. Пойдем покушаем и тогда. Ой, гора, гора. Где гора, гора? Вот. Это не гора. Горка. Ого, давно здесь не было. Ну да. Мы потом туда сходим. Сначала мы... Мы на закат... Ой, не знаю. Кто? Вот парень. Да. Тут все с музыкой даже. Закат встречают. Будем кушать две котлетки. А пюре. Жена уже съела все. Жена уже вот кушает. Сидим. Вкусненько, даже холодно. На берегу моря и закат солнца. Романтик. Ага. Приятного аппетита. И куча мушкары. Приятного аппетита. Ну вот, мы поели. В кустиках. Ладно, шучу, не в кустиках. Дай руку. Паланга на велосипедах. Да, а где-то там мы живем. Где, покажи. Там где-то. Вот. А что тут расстояние? 77 километров. Правда, что? Теперь нам... Все нипочем, да, на велосипедах? Да, да. За 6 часов мы 6 час... с остановками. Ну, сам путь, компьютер... Сам путь компьютер посчитал 4 часа с копейками. Там, был. Там надо посмотреть, там у меня сейчас сохранено. С остановками вышло 6 часов. Угу. Мы на границе полчаса постояли. Пока бананы покушали, колу, шоколадки. Зачем ты мне все рассказывал? А чтобы доехать, надо было бананы есть. Да. Нас тоже снимает, и мы его снимаем. Ладно, он уже снимает, вот. Он по-другому смотрится, посмотри, повернись. Ну да, красота. Дальше я не скажу, что там было. Ну, что не... На самом деле, до конца я очень давно не ходил. Я пару раз был, но это было настолько давно. Что? Так царей городки.